Исполнение в августе 14 города Саратова поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности центра «Манеж», торгового центра «Манеж». Сейчас руководство знакомится с документацией. На данный момент действие торгового центра идет в режиме посещения людей, соответственно. Все остальные комментарии, которые по совершению исполнительных действий, мы дадим уже после совершения данных действий. Сейчас пока мы знакомимся с документацией, вручаем руководству, установим заключение, требования об исполнении решения суда.